Привет зрителям каналу, у нас посилочка прибула місто Горішні Плавні від Олени. Дивіться, тут у нас буде дешевий акумуляторний Гімко Ріс. Самий такий бюджетненький. Оп. Ось такий у нас моделька, це типа, що тут, навіть хозварна китайська модель 70, а XP, прям XP, тут ще этот, блин, как-то ВИН-код, можно сказать. Ну, короче, дивіться, проблема тут була в чому. На редукторе облизала все. Велику шестерню, шліфанула, нормально так ее. Ну и, соответственно, это тоже есть в износе, которая на электродвигателе находится. Трошки, ну да. Износ есть однозначно. Дивіться, шестерни пришлось заказывать с Китая. Первые файлы видео по ремонту утеряны. И то есть я вам рассказываю уже вступление, что и как было проблема в чем. Да, кстати, можете нам также присылать на ремонт аккумуляторную свою технику. Через новую почту работаем. И связываем по вайберу. Вайбер будет в описании. Вот и все. А теперь поехали уже. Шестерни прибыли. И будем дальше продолжать. Шестерни прибыли с Китая. Поэтому занимаемся с прессовкой старой, запрессовкой новой. Снимается легко, все равно съемником я не знал, как оно там сильно, не сильно запрессовано. Пытаюсь новую шестерню одеть, и что-то она не сильно одевается-то. Перемеряю я старую, ну и как было заявлено, у китайца 11, ну вал у нас 11. Где он? Ой, не так мерю. Вот здесь. 11. Ну, 10,9, что-то такое-то. Меряем по шлицам. Что у нас? Ну, чуть-чуть, блин, здесь где-то 10,8 слабовато. Ну, маловато. Поэтому сейчас попытаюсь, не знаю, чем. Что за металл? Попробовать надфилем чуть-чуть по шлицам шлифануть. Постоянно что-то надо доделать, блин. Напрягает это все. Ну, я вам скажу, что металл на шестерне довольно-таки крепкий. И напильником проблематично было снять какую-то долю миллиметра, поэтому слегка шлифанул с двух сторон шлицы вала. И теперь с довольно-таки чуть-чуть усилием таким почти села. Сейчас опустим ее полноценно, и все работает, будет работать. Так, и новая шестерня у нас уже нового электродвигателя. Цикава такая вот, видишь, что китайцев поступает запрессовка где-то 50% по той причине, чтобы при установке уже двигателя доставала к большой шестерне зацеп был. Ну, тем не менее, это не срывает его, а лежит даже зубья. Ладно, что, занимаемся монтажом, припайка контакта и затестируем. Так, что тут у нас? Оп. Есть. Все четко. Собираем. Подкинем слегка смазки. Этого достаточно будет с головой. Так, китайская игрушка собрана под названием типа хузварна. Все работает даже очень-то достаточно бесшумно, але бачите, даже редуктор и то такой слабоватый из-за той конструкции, что шестерня даже напрессована на 50%. Ну, короче, может кому-то будет интересно, к продаже, конечно, не рекомендую. Такой хлам, который еще вообще просто плохой хлам. Так что с вас лайкос техническому контенту. А мы слаживаем, пакуем и отправляем владельцу. Пускай користуется далее.